Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я приехал на праздник московского трамвая. Надеюсь, вам понравится мое видео. Не переключайтесь, будет очень интересно. Так как музыка сильно играет, наверное, меня вы не слышите. Праздник проходит возле метро «Чистые пруды», в сквере вот таком вот красивом. Очень много народа пришло. Такой холод и очень много народу. В Москве сегодня очень холодно. Плюс 6. Вот. Сейчас буду ждать праздника. Вот как-то так. Раздают различные листовки. Тут вот такая уличная галерея картин. Руки трясутся, потому что я снимаю левой рукой. Вот такая вот аллея картин. Или афиша. Это летом картины. Такая вот красивая галерея, значит, здесь вот. Сейчас с другой стороны. Вы, наверное, меня не слышите. Тут машинка ездит, которая чистит дорожку. Трамвай, значит. Это трамвай. Трамвайный вагон МТВ-82. 1947-1981 год. Так, а этот... трамвайный вагон, значит, ПМВ-36. И кто-то меня там хочет задавить. Ну, нормально вообще вот. И так далее. Очень много здесь различных вагонов показано. Это уже современные вагоны. Так, сейчас я вам покажу шары. Вот, смотрите, сколько много шаров там. Будут запускать. Вон, видите? Это все будет запускаться. Я так понимаю, а зачем туда они нужны? У нас прямое включение с маршрута и движения. Прямое включение. Какая машина гарантийная. Автомобиль ГАИ. Трамвай всех экранов. Вот стоит здесь. Люди посмотрели. Сейчас скоро приедут сами трамваи. Вот стою, жду, мерзну. Все ради вас. Сейчас все ради вас. Там вот такая вот сцена. Факты. Напомним всем, что наш болтают праздник пока. Официально начинается в 12:00. Информируют нас. Дня. Все трамваи прибудут сюда. По сторонам Чистопрудного бульвара, так сказать, подковая. Здесь же часть будет свободна. Поэтому, друзья, гости, зрители, кто пришел с детьми, будьте внимательны, осторожны, не стойте на путях. Поступила информация, то, что уже они ближе, да, это сейчас будут пересекать Москву-реку. Смотрите, вот какие красота. Чудесный трамвайчик. Трамвай. По не менее колоритным улочкам Москвы пробираются к нам сюда, на Чистопрудный бульвар. Вот здорово, что нашим трамваям погода нипочем. Вроде бы старички, а такие скорые, красивые. Кататься на трамваях мы не будем. Когда они придут на Чистопрудный бульвар, мы все будем иметь возможность туда зайти, потрогать, посидеть, посмотреть на то, как это происходило. Ну, не 117 лет. Ну, в принципе, гонка, да, пожалуйста. Да и 117. Жду прибытия трамвая. Вот они вот с той стороны должны приехать. Бульвар красивый, вот еще раз повторюсь. Здесь проходила встреча с Самвелла. Ну, не здесь прямо, а вот чуть дальше, вот в ту сторону. Как
Как-то так. Вот-вот уже подъехать должны. Вот ГАИ уже приехала. Сопровождение. Их сопровождает ГАИ. А там еще одна едет ГАИ. Вот, в общем, ждем. Вот-вот должны подъехать уже. Вот шары, друзья, запускать будут. Какой снег! Красивые такие голубые, белые шары. ГАИ ездит. Сопровождение. О, раритетно ГАИ. А, это полиция просто. Друзья, посмотрите, какие красивые лошадки идут. Ой, как прикольно. Господа, смещайтесь, пожалуйста, лошади боятся идти на вас. Ой, какие красивые. Ой, трамвай. Охренеть. Ой, гад, а поосторожнее. Вообще крутой. Извините, пожалуйста, можно как-то вот. Приехали. Пойдем вперед, посмотрим.
красиво вроде бы. Он такой интересный. А нет, еду дальше. А больше нету. А этот трамвай, друзья, снег разгребает зимой. Красивый трамвай. А этот трамвай, наверное, ремонтирует другие трамваи. Да. Ремонтирующий трамвай. А там новый уже, современный. Самый последний едет. Вот, друзья, здесь они встали. Красиво снимали. Секундочку. Вот на самом деле стоит красиво. Да, только не подходи. Да стой здесь, еще раз, давай. Да, пойду дальше. Друзья, я, к сожалению, пока не могу заснять эту красоту. Люди просто не дают. Встали и стоят. Невозможно подойти, просто невозможно к лошадям, к этому трамваю. В общем, ужас. И очень холодно. Вот трамвайчик. Все хотят собрать быстрее внутрь. Пойдемте дальше, друзья. Так, секундочку, секундочку, сейчас перемещусь. Ужас какой-то. Ой, прям мне не хватает слов. Так же нельзя. Сфотографировалась, отойти, дай другому сфотографироваться. Нет, она стоит, стоит. Идем дальше. Ульяна. Так, идем, друзья, дальше. Это невозможно. Нельзя нормально снять. Вот так.
внутрь я заходить не буду. Трамвай не хочется, там толпучка такая. Консервная банка. Невозможно заснять.